Мир вам, друзья дорогие! Приветствую всех наследников вечной жизни! Мы сегодня будем рассуждать о жизни вечной. Словарь веры. И вот это наша догматика, вот то, во что мы верим. И текст, который написан здесь в программках, обетование же, которое он обещал нам, есть жизнь вечная. Значит, Бог нам пообещал жизнь вечную. Ну, в принципе, это цель нашей жизни. Если бы не было жизни вечной, то чего нам здесь сидеть? Что нам здесь делать? Живи, ешь, пей, ибо завтра умрешь, кто раньше, кто позже. Ну, мы что-то собираемся, встаем вот пораньше, идем в Дом Божий поклониться не для того, чтобы заработать жизнь вечную, а потому что это наша уже внутренняя потребность и желание иметь общение с нашим Господом. Итак, жизнь вечная – это понятие. В русском языке и украинском это слово очень хорошо выражено о человеке. Вот само слово «человек», «чело» – старое русское слово, это лицо. А «век» – это вечность или вечное. То есть «чело» – вот эта личность, которую Бог сотворил, это чело вечное, лицо, личность вечная. Ни об одном животном не сказано так, ни о другой какой твари не сказано так, но сказан этот человек, которого Бог сотворил, написано из праха земного, и вдунул в лицо его дыхание жизни, и стал человек душою живою, Бытие 2.7. И стал человек душою живою. И вот это душа живая, вот эта личность, которую Бог сотворил, и проходят поколения, рождаются люди, и тот, кто родился на этот свет, кто появился на этот свет, тем, кому Бог дал вот эту физическую жизнь, он никогда не перестанет существовать. Вы верите в это? Некоторые христиане верят, что вот умер, как вода, вылитая на землю, кончилась твоя жизнь, и все. Мы верим, что вот здесь сидящих во всей, начиная от Адама, сколько это были миллиардов жителей земли, эти люди не перестанут существовать во вселенной. Никогда не перестанут. Даже те нерожденные, которых жизнь уже зародилась в утробе, они не перестанут существовать. Они будут вечно быть, существовать, находиться. И Бог сотворил, мужчину и женщину сотворил, и дал им имя человек. И если Бог дал тебе физическую жизнь, то знай, человек дорогой, кто бы ты ни был, хороший, плохой, молодой или старый, ты никогда не перестанешь существовать. И если ты надеешься, что ты умрешь, закопают в землю, вот на том все и кончено. Это ложь, это обман, на этом все не кончено. Вечное твое существование будет продолжаться вечно, потому что человек создан по образу и подобию своему. Вот это такую честь дал только человеку. Еще Горький сказал, что человек, это звучит гордо. То самое высшее творение Божие из всего творения, которое Господь создал. Однажды вот так сидят в отделе женщины и говорят: ты кто? Одна говорит: я козерог, другая говорит: водолей. А там сестра верующая была, а до нее очередь говорит: а ты кто? Она говорит: девочки, я же человек. А ты, может, там козел или еще кто-то, называйся чем хочешь по этой системе этой, но ты человек. Это высшее творение Господне. И вот это в английском языке оно не так, man, 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 оно как-то не отражает, а вот в русском, украинском языке оно отражает сущность этой личности, человек. И существует две вечности. Со дня грехопадения, вы знаете историю библейскую, две вечности существует. Вечность – это вечность с Богом, рай называется она. Это вечная жизнь, это Царство Небесное, это синонимы.
жизнь вечная, Царство Небесное, рай. И другая вечность. Есть ад, есть озеро огненное, это конечная инстанция всех грешников. Или называют, говорит, это смерть вторая. Можно жить в смерти, а можно жить в жизни вечной. И Даниила написано, и многие из спящих в прахе земли пробудятся. Одни для жизни вечной, одно место для жизни вечной, другие на вечное поругание и посрамление. Смотрите, ты если и умер, думаешь, что на этом кончил, говорит, пробудешься, Бог из праха земли поднимет даже любого грешника окаянного. И что будет? Одни праведные, верующие для жизни вечной воскреснут, другие на вечное поругание и посрамление. Вот что ожидает в двух местах. И, друзья дорогие, все, кто нас слушает и здесь в зале, и кто смотрит, пройдет 100 лет, если жизнь продлится на земле, и здесь сидящих на земле уже никого не будет. Правда? И здесь все, кто нас слушает, кто-то будет в определенном месте. Одни в раю, другие будут в аду. Это реальность, это библейская реальность, которой Библия нас предупреждает и говорит. Для того, чтобы нас отрезвить, наше сознание, где мы будем. В одном из этих мест кто-то будет из здесь сидящих находиться. Средины какой-то нету. Библия не открывает, что нам есть какая-то средина, как-то можно пройти по жизни, куда-то уйти. И здесь в жизни земной 70 лет, при большей крепости 80, мы с вами определяемся, где мы будем, где мы будем проводить эту вечность. Если вечность вмещалась в эпоху или хотя бы в века веков, мы имели бы надежду, что много не придется страдать от грехов. Но ее беспредельность ужасна. Нет ни берега, ни конца. Призадумайся, не напрасно ли ты отверг своего Творца. Ну, про ад мы с вами не будем сейчас больше говорить. Мы обратим внимание на жизнь вечную, которую Бог нам обещал. Что говорит нам Библия? Послание Иоанна, 1 главе, 1-2 стих 1 послания. О том, что мы... Что было от начала, что мы слышали, что видели своими очами, что рассматривали и что осязали руки наши. Это Иоанн пишет. Руки осязали. О слове жизни, что жизнь явилась, и мы видели, и свидетельствуем, и возвещаем вам сию вечную жизнь, которая была у Отца и явилась нам. Какую же это они жизнь осязали даже руками, братья и сестры? Кого они осязали руками? И видели глазами. И Иисуса Христа, Господа нашего. Значит, жизнь явилась, вечная эта жизнь явилась через Иисуса Христа, которую видели и слышали, и которую возвещает нам, чтобы мы имели общение с нашим Господом Иисусом Христом. А в 5 главе этого же послания так написано с 11 стиха. Свидетельство сие состоит в том, что Бог даровал нам жизнь вечную, и сия жизнь в Сыне Его. Имеющий Сына Божия имеет жизнь, не имеющий Сына Божия не имеет жизни. Так в ком, где жизнь вечная, братья и сестры? Во Христе Иисусе жизнь вечная. И жизнь вечную нельзя отделить от Христа, нельзя никак ее оторвать от Христа, потому что она в Нем, во Христе жизнь вечная. И имеющий Сына Божия имеет жизнь вечную, не имеющий Сына Божия не имеет жизни вечной. Это превратное понятие, что Бог, вот ты, допустим, покаялся, Бог дал жизнь вечную, аминь, верующий в меня имеет жизнь вечную, которые к Нему обращаются. Но некоторые представляют, что это вот как какой-то сертификат, положил ты в карман, и пошел дальше по жизни, живешь, жизнь вечную, это ж дар Божий. Римлянам послание 6:23 написано, возмездие за грех что?
смерть. А дар Божий – жизнь вечная. Значит, Бог мне жизнь вечную дал, а раз она вечная, то Он никогда у меня ее не заберет. Правда? Она же вечная. И я ношу в кармане, и куда бы я ни пошел, у меня дар жизнь вечная со мною. Это ложь, это ложное учение. Жизнь вечная. Еще множество стихов мы можем читать, что жизнь вечна только во Христе Иисусе. Это надо усвоить, эту истину. Имеющий Сына Божия, имеющий отношения со Христом, имеющий близкие отношения со Христом, имеет жизнь вечную. Не имеющий Сына Божия не имеет жизни. Мы с вами без Христа, мы не имеем ни жизни, ни спасения, ничего, потому что нет другого имени под небом. Что представляет собой эта жизнь вечная? Это не просто бесконечное существование, это обретение и причастность жизни Бога через Христа. Неверующие люди, мы знаем из Писания, они мертвы по грехам и преступлениям, что они лишены жизни Божьей, что они отчуждены от жизни Божьей. Адам, пока был послушен, он пребывал в этой жизни, согрешил, разделился. Разделение, говорит, смертью умрешь. А что такое смерть? Смерть – это разделение. В данном случае разделение человека с Богом. Помните, Писание говорит, грехи ваши произвели разделение между Богом, вами и Богом вашим. Происходит это разделение. А жизнь, она только в Боге сохраняется. И если я грехом своим отделяюсь от Бога, что случилось с Адамом? Он его создал вечным. Что с ним произошло? Он согрешил, смерть вошла и физическая, и духовная. Смотрите, какая духовная. Это он святым был, ничего греховного. Он тут же говорит, Адам, где ты? Говорит, я спрятался. Говорит, ты не ел ли от дерева? Говорит, это жена, которую ты дал мне. Уже проявление этого греха, проявление этой смерти. Уже в характер вошло. И нам всем досталось по поколениям. Это же самое, братья и сестры. Вот это вот грешная жизнь. В Писании мы находим, что только праведный верою жив будет. А золотой стих всей Библии, ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Бог любит грешного человека и ради нас отдает Сына Своего. Это мы вспоминаем каждое первое воскресенье. Или нас всех в погибель послать? Надо было, чтобы исполнился закон возмездия за грех смерти. Бог через это переступить никак не может. Он посылает Сына Своего, который наши все грехи взял на себе и телом своим вознес на крест, который есть умилостивление за грехи наши, который стал жертвою за грехи наши, который и написано искуплением, и не только за наши грехи. Некоторые считают, что Христос умер только вот за своих избранных, которых Он избрал. Писание говорит, но и за грехи всего мира. Мы отвергаем эту ложь, что только вот за тех избранных некоторых, которых Он возлюбил. Мы утверждаем истину, что Бог весь мир возлюбил. Мы утверждаем истину, что Он умер за грехи всего мира. И Он принес это, Бог во Христе примирил с собой мир. И это объективное понятие, примирил с тобой мир, а субъективным оно становится для нас, когда мы лично его принимаем. Субъективно – это лично. То есть возможность спасения для всего мира дана, для каждого человека. Он говорит, не хочу смерти грешника, но чтобы грешник обратился и был, жив был. Но принимаем мы с вами лично, и апостол Павел говорит, мы от имени Христова просим вас, примиритесь с Богом, как посланники. И Христос сам проповедовал выход из того положения, покайтесь и веруйте в Евангелие, приблизилось Царство Небесное. Он сказал о себе, 14 Иоанна, я есть путь, истина и жизнь. Он сам источник и податель жизни вечной. Свидетельство состоит в том, что Бог даровал нам жизнь вечную, и сия жизнь в Сыне Его.
и теперь имеющий Сына Божия имеет жизнь вечную, не имеющий Сына Божия не имеет жизни. Жизнь вечная – это сам Христос. И вне Христа нет никакой жизни. Хоть ты уверовал когда-то, покаялся, но если ты на сегодняшний день живешь без Бога, то вне Христа нет жизни. Эту истину нам надо усвоить, что жизнь вечная – это дар, но он во Христе Иисусе. На что это? И в чем она заключается? 17 глава, 3 стих Иоанна. «Сия же жизнь, есть жизнь вечная, да знают тебя, единого истинного Бога и посланного тобою Иисуса Христа». Значит, жизнь вечная – знать Бога. А знать – это иметь отношения, самые близкие с Богом. Осия говорит, будем стремиться познать Господа. Если этих отношений нету с Богом, отступая от Господа или отрываясь, уходя от Него, мы теряем все, потому что жизнь, она только в Нем. Приходим к Нему, мы имеем. Придите ко мне, говорит, все труждающие, обремененные, я успокою вас. И веруйте. Веруем, мы приходим ко Христу, обретаем жизнь вечную. Если мы отходим от Христа, мы все теряем, потому что жизнь вечная, она во Христе Иисусе и ни в чем ином другом. В старые времена в Ветхом Завете были города-убежища, помните? И люди туда грешные, который совершил там преступление, убийство нечаянно, он вбегал в этот город, в этом городе он безопасен. Его никто не мог там постигнуть, мститель. Только он выходил за этот город, любой мститель мог его убить. Точно так и мы, грешники, братья и сестры, пришли ко Христу верою. В этом городе, во Христе Иисусе, в этом убежище мы безопасны. Только мы отходим от Него, выходим за ворота, нас может постигнуть и можем оказаться в погибели. Поэтому Христос говорит, «Прибудьте во Мне». И там мы имеем безопасность. Господь с вами, когда вы с Ним. Ну и встает последний вопрос, а можно ли утратить жизнь вечную? Если она вечная, то как, почему ее, как я ее могу лишиться? Это вечная, она же вечная. Неужели Бог назад забирает? Я вам еще говорю, что жизнь вечная – это не сертификат в кармане. Это дар Божий, но дар Божий во Христе Иисусе, Господе нашем. Если мы выходим, если мы дождь идет на улицу, мы зашли, нас не намочит дождь, если мы в этом здании, да? Только выходим с этого здания. А грехи наши, увлекаясь грехом, поэтому Писание много говорит. Когда Адам согрешил, он находился в безопасном положении, и Бог ему сказал, ты смертью умрешь, если вкусишь плода. Проходит другой змей и говорит, нет, не умрете. Дальше апостол Павел говорит вам, напоминаю Евангелие, которое благовествовал, которым вы и приняли, которым и утвердились, которым и спасаетесь, если преподанное удерживаете, как я благовествовал вам, если только не тщетно уверовали. Оказывается, можно тщетно уверовать. Преподанное надо удерживать. Это 15 глава 1 Коринфянам. Итак, всякого, кто исповедует меня пред людьми, это о верующих людях идет речь. Того исповедую я пред Отцом моим Небесным. А кто отречется от меня пред людьми, отречется. Отрекусь от того и я пред Отцом моим Небесным. Матфея 10:32. Если терпим с Ним и царствовать будем, если отречемся, и Он отречется от нас. 2 Тимофею. Апостол Павел говорит, я усмиряю и порабощаю тело мое, чтобы проповедовать другим, самому не остаться недостойным. 1 Коринфянам 9 глава. Посему будем опасаться, что когда еще остается обетование войти в покой, его не оказался кто из нас опоздавшим. Итак, постараемся войти в покой оный, чтобы кто по тому же примеру не упал в неупокорность евреям, особенно евреям, много Павел говорит таких предупредительных слов в своем послании.
Если мы, получивши познание истины, произвольно грешим, то не остается более жертвы за грехи, но некое страшное ожидание суда и ярость огня, готового пожрать противников. Мы, дети Божии, со Христом жили во Христе, но начинаем, увлекаемся, обольстившись грехом, произвольно грешим, жертвы за грех не остается. Он там приводит пример. Говорит, если отвергшийся закона Моисея при двух или трех свидетелях без милосердия наказывался смертью, это в Ветхом Завете, то сколь тягчайшему наказанию повинен будет тот, кто попирает Сына Божия, кто не почитает за святыню кровь завета, которой был освящен. Этот человек был освящен, и он приходит время в таком состоянии, такому приходит, что он за святыню кровь завета не почитает и духа благодати оскорбляет. Это большему наказанию повинен тот. И много еще мест можно приводить. Написано, невозможно однажды просвещенных и обновлять покаянием те, которые и вкусили, и живут грешной жизнью. Апостол Павел, помните, говорит Галатам, определенно и ясно, он несмысленный Галат, и говорит, вы остались без Христа, отпали от благодати, братья и сестры. Они познали Христа, со Христом были, они имели жизнь вечную. Не бойтесь, говорите. Имели, конечно, имели жизнь. Но пришли люди, которые их соблазнили и отвели. Говорит, вам надо еще делать то, то, то. Павел возмутился духом. Он говорит, я в муках рождения. Он очень опасался за них, потому что... Почему ты, Павел, опасаешься, если однажды, по некоторой теории сейчас... Они спасены были, и спасены навсегда, никогда они не потеряют жизнь вечную. Что ты переживаешь? Он говорит, в муках рождения вы отпали от благодати, без Христа остались. Скажите, если человек остался без Христа, он имеет жизнь вечную? Не имеет. Без Христа мы ничего не имеем святого. Все святое, доброе и жизнь вечная, она только во Христе Иисусе. Вы знаете, со стороны Бога, для нас все сделано. Со стороны Бога для нашей безопасности все сделано. Но у нас остается потенциал свой, свой выбор. Мы имеем такую возможность. И половину Нового Завета, посланий апостольских, они предупреждают нас. Берегитесь, чтобы не отпасть. Будем особенно внимательны к слышанному. Жизнь вечная, она во Христе Иисусе. И сия жизнь, которую мы проповедуем вам, говорили апостолы, обетование же, которое он обещал, есть жизнь вечная. Поэтому пусть Бог благословит нас всех живых. Как апостол Павел Тимофею говорит, держись вечной жизни, которой ты и призван. Мы силою Божию можем держаться, у него сила. И Он сохранит на оный день всех любящих Его, всех стремящихся Его к Нему, всех, которые ценят вечную жизнь. О горнем помышляете, а не о земном. Помышления плотские, суть что? Смерть. Духовное помышление, жизнь и мир. Аминь.